Фух, ну что, ребят, я надеюсь, что вот сейчас вы точно должны поддержать. Я не знаю, я уже без понятия. Я туп хэзы, я не знаю. Либо так, либо никак вообще. Ну что ты поделаешь, блин. Ну давай, Илка. Давай, я написал Илке, давай. 3. Да, кто подписался на канал, тот выбил Легу. Черт возьми, все, нахер, все, опа! Молодец, кто подписался на канал. Молодец, просто молодец. Жди теперь Легу у себя на аккаунте. Фух, я думал, придется еще донатить. Фух, как же это приятно. Так, покупаю ему все тут. Ну, подождите, ребят, Да, тупо мифик не выбили, Олега есть. Да есть же справедливость все-таки. Да, отлично. Ну что, продолжаем, нифига себе. Конечно продолжаем, нифига. Первая Лега есть. Поехали. Парню ничего не падало полгода, и тут на, холдик пришел. Ух, Легу выбил, мификов выбил, эпик выбил. Давай, если хочешь так же, ты подпишешься на канал, на инстаграм. На канал плюс Хризенью, на инстаграм. Ну там тоже надо, там не бесплатно, ну то есть, фух. Подписаться на канал, это надеяться, что тебе с сундуков выпадет. А на инстаграм подписаться, это я тебе буду донатить. Но это там надо участвовать в конкурсах. Вот. Но это если хочешь, я тебя не буду грузить. Если хочешь, подписывайся, хочешь не подписывайся. Типа твои... По твоему желанию. Так. Я знаю, что я могу сейчас прокачать еще кого-то на 10 уровень. Но, друзья, тем самым мы можем просто на Легу шанс меньше сделать. Поэтому... Я думаю, что лучше Легу выбить, чем пассивку. Поэтому, дружище, пассивки уже сам будешь выбивать. Я реально очень много потратил, поэтому хочу Легу вытащить тебе, бро. Еще одну. Ну, если, конечно, повезет. Но повезти может, потому что, блин, мы все подписались. Ну, кто-то еще, знаете, еще какой-то сейчас Марк не подписан, блин, или Мирон. О, Мстислав, подпишись, вдруг сейчас... Как же это круто, блядь. Как же это круто. Я так рад, что выпал Олега. Просто красава. Ты... Что, куда? Ага, вот сюда. Фух, Ген, я тебя не называл. Может, Гена не подписан? Так. Чпок. Красава. Просто красава. Лайк, подписка. Так, отлично. Что у нас? Итого, ребят, смотрите. Я ему 5 бойцов выбил. Из них одна Лего. Все мифики выбил. Просто остался Спайк или он. Ну погнали, продолжаем. Еще 600 гемов. Конечно, продолжаем. Ты шо, блин, как можно остановиться, когда аккаунт был самый невезучий, а теперь самый везучий стал. И ну хотя... Ба! Просто да! Я рад, что мы это сделали. Yes, 2 леги, самый везучий аккаунт. Просто... Поехали дальше. Блин, мне прям захотелось еще ему задонатить. Давай, чё смотришь, подписывайся в эту же секунду, блин, иди открывай сундуки, тоже выбивай Легу. Просто 2 Леги за один раз, да, просто за одно открытие. Да ты шо, Илка, спасибо тебе. Короче, подписывайтесь, давайте, подписывайтесь на канал, пишите, какую Легу хотите, я сейчас Илке все передам. Шо значит ли? Блин, все, закончилась лафа. Блин, а так жестко начали. Я кайфанул от открытия. Я просто кайфанул. Сука, остался последний Леон. Последний Леон. Бля, если бы вы... Ну, бля, ну это же жестко. Да, это жестко. Не, если бы, конечно, бля, вы сейчас бы подписались, поставили лайк. Вот если бы 100 тысяч лайков сейчас бы набрали, я бы еще задонатил. Ну, 100 тысяч лайков, это же нереально, это слишком много, это я зажрался. Не, ну как зажрался, я ему бесплатно доначу, да, вы лайки ставите, я деньги трачу. Ну, короче, давайте так, если вы хотите, чтобы я ему выбил Леона... Ну, точнее, не выбил ли он, а еще раз задонатил. А там выпадет он, не выпадет. Тут уже как бы зависит все от Илки и от вас. То ставьте лайк. Если 100 тысяч плюс лайков наберем, я на этот аккаунт Леона еще постараюсь выбить. Блять, как это охуенно. Просто как же это охуенно. Вы выбили Биби, Тару, Мортиса, Джина, Спайка, Ворона. Подписка, лайк. Плюс к везению. Все, ребятки, всех обнял. Огромное спасибо, кто подписался, поставил лайк. Это все благодаря вам. Просто я... Две пассивки, все... Пойду ему напишу, он будет безумно рад.
Классно. Классно. Офигенно. На. Пока.